Регулярные побои в семье привели к трагедии. В ходе очередного домашнего скандала женщина убила своего супруга. От ранения холодным оружием в область сердца 45-летний местный житель скончался на месте. Сообщение о происшествии поступило от врача скорой помощи в отдел полиции по Кировскому району. Выехав по адресу в поселок Семендер, сотрудники правопорядка задержали на месте преступления 37-летнюю жену погибшего. По ее словам, муж часто ее избивал и собирался повторить это снова. В ходе бытовой ссоры она схватила кухонный нож и нанесла им удар в области груди своего обидчика. Предполагаемое орудие убийства изъято. Идет следствие. Он хотел избить, вернее, избивал. И у меня в этот момент был нож на руках, кухонный, обычный. И я случайно его поранила. Из-за чего? Что он? Из-за чего были конфликты? За всякого. Ревновал.